это? Оу, Сэм, на помощь! Держись! Супер Сэм защитит тебя от чего угодно! Пожалуйста, скажи мне, что происходит! Смотри, я нашел котенка! Давай оставим его, пожалуйста! Какой же он милый! О, Сэмми, нужно найти ему хороших хозяев! Так ведь, котенок! Но сначала давай отвезем его к ветеринару! Запрыгивай! Пойдем, котенок! А еще нам нужно узнать о его происхождении! И нам понадобится вот это! Ха, поехали! С чего началась история нашего котенка? Об этом нам расскажет эта книга. Фу, с мусорных баков. Заглянем в эту коробку. Может, он спрятался внутри? Так, откроем. О, вот он наш главный герой. Давайте вытащим его оттуда. Наверное, ему было очень грустно, поэтому я принес ему игрушку. Сначала нашего котенка нужно накормить и почистить. У нас тут есть вкусная еда. Так что наполним миску до краев. Вот так? А? Какой ты голодный! Он такой милый! Я не могу! Сэмми, пожалуйста, прекрати! Или котенок тоже заплачет! Давай, вытри уже свои слезы! О, не плачь! Хочешь еще угощение? Если хочешь, могу и тебе вытереть слезы! Ну нет, я крепкий орешек! Давай, высморкайся! Вот так! Давай-ка почистим твои ушки! А твои лапки должны быть мягкими и пушистыми! А теперь давай промоем тебе глаза! Бедняжка! Он так долго был один! Но теперь все уже позади, пушистик! Ему уж точно нужны витамины. А что в них хорошего? Я тоже хочу их попробовать. Пора помыть нашего котенка. И с этим поможет потрясающая клининговая компания Сэма. Спасибо, но нам не нужны такие радикальные меры. Никаких швабр, только перчатки. Ага, а вот и ветеринар Роджер. Какая грязная шерстка. Давайте поскорее ее почистим. Невооруженным глазом это не видно, но в шерсти могут скрываться паразиты. Хороший котик. А теперь доктор сам его осмотрит. Так. Роджер, кажется, он снова проголодался. У него урчит в животе. Ну, это не проблема. Через минуту мы снова его покормим. Котята с опаской относятся к лекарствам, так что мы просто добавим его в пищу. Ешь, мой котенок, и силы к тебе вернутся. Я принес фрукты, в них тоже полно витаминов. Ой. Так, что у нас тут? О, котята не едят фрукты. А вот я их очень люблю. Как вкусно, спасибо, Сэм. А теперь пора помыться. Идем в салон красоты. О, котенок уже на месте. Большинство кошек не любят воду, но наш котенок исключение. Добавим еще мыло, чтобы его шерстка стала чистой и шелковистой. Вот так, хорошо. Пора искупаться. Можно мне тоже принять ванну? Подвинься. Сэмми, ты не сможешь сделать это в бумажной ванной. Давай смоем пену. Оп, оп, оп. И аккуратно сполоснем его теплой водой. Что ж, пора сделать несколько фотографий для будущих владельцев. Он что, сломан или что? Сэмми, тут нужно другое устройство, бумажное. Вот, смотри. Круто! Я распечатаю фотографии и развешу их. Ну, раз этим занимается Сэмми, то мы быстро найдем новых хозяев. Вот увидите. Так, а что дальше? Роджер, Роджер, открой дверь. Пришли новые хозяева. Ого, ха, ты превзошел все мои ожидания. Здравствуйте, а вот и ваш новый член семьи. О, прощай, хорошенько о нем позаботьтесь. Ну, а мы продолжим присматривать за нашим котенком в его новом доме. Давайте поудобнее его устроим. Берем инструменты и поехали. Что обычно говорит котенок? Правильно, мяу! Напишем это на лицевой стороне. Роджер, давай покажем котенку его новый дом. Он будет в восторге! О, он уже в своем новом домике. Надеюсь, тебе тут удобно?
Сэм даже подарил тебе симпатичный колокольчик. Как мило! Роджер, давай всем покажем, как делается интерактивная книга. Конечно, никуда не уходите, ребята. Вуш-вуш. Так-так. О, а вот и ты. Я уже закрепил все страницы. Роджер, а какая будет эмблема у нашей ветеринарной клиники? Сэмми, это же сборник рассказов о котенке, так ведь? Так что на обложке должна быть его лапа. А это будет эмблемой ветеринарной клиники. О, здорово! Подожди-ка, да, ага. Я нарисовал еще несколько отпечатков лап. Как тебе это? Потрясающе! Давай сделаем наш первый разворот книги. Коробка с котенком лежала в ужасном месте, и там шел сильный дождь. А здесь росла какая-то трава. Роджер, ну мы же хотели поставить здесь корзинку для мусора, поэтому я принес вот это. Упс, это уже слишком. Сэмми, ты не мог бы помочь мне здесь прибраться? Прекрасно, но я все равно это сделал. Теперь на картинке есть мешки с мусором. Круто. Ладно, теперь пора сделать укрытие для нашего котенка. Оно очень милое и розовое, но по нему вовсю ползают пауки. Роджер, все уже готово? Я принес котенка. О, давай его сюда. Полезай в укрытие, дружочек. О, не смотри на меня так. Совсем скоро мы тебя вытащим. Давай поиграем в прятки, хорошо? Вот так? Мы обязательно за тобой вернемся. Роджер, нужно закончить все остальные страницы. Конечно. Если ты мне поможешь, то мы все закончим очень быстро. Так что у нас тут? Вот, смотри. Я уже сделал мисочку для еды. О, спасибо, Сэмми. И что бы я без тебя делал? А можешь заодно мне помочь выбрать корм для нашего питомца? Так, понюхаем. Давай оставим и то, и другое. Ну да. Зачем выбирать, когда можно забрать все? Да, и положим немного еды в мисочку. Для этого нам понадобится вот эта прозрачная штучка. Чуть не забыл про эмблемы для ветеринарной клиники. Смотри, что я сделал! Такая красивая картинка! Давай разместим ее на этой странице. Очень красиво! Молодец, Сэмми! Давай найдем для нее место получше. Вот здесь. А теперь соорудим полку. Ага, это для прописанных лекарств. Я знаю, как заманить котенка домой. Эй, сюда! О, здорово! Им не терпится поиграть! Роджер, может начнем прямо сейчас? У нас все готово! Подожди, клиника еще не закончена! Ребята, никуда не уходите! Я заканчиваю смотровую! А вот тут будут храниться всякие медикаменты и инструменты! Если ваш питомец заболел, обратитесь в ветеринарную клинику, там есть все, что нужно! Я решил ускорить процесс и сделать целую страницу самостоятельно! Отлично! Осталось разместить лекарства, и можно будет звать котят. Уважаемые пациенты, пожалуйста, займите свои места. Ага. Пора переходить к другим комнатам. Теперь нужно отремонтировать ванную комнату. Как насчет пузырьков? Давай займемся сценой для фотосессии. О, этот челлендж как раз для меня. Я знаю, как сделать так, чтобы он засиял. Подвинься. Ну что ж, давай сделаем несколько снимков. Это место единственное в своем роде. Так, Роджер, а что дальше? Осталась еще одна часть истории. Так, посмотрим. На этой странице мы познакомимся с будущими владельцами. Эй, тебе нужно спрятаться. Роджер, закрой дверь. Сейчас все сделаем. Ну вот, теперь все на своих местах, Сэмми. Что там дальше? Ты помнишь? Так, у меня в голове смешалось, Роджер. О, что же нам теперь делать? Думай, Роджер, думай. Что ж, можно сфотографировать меня и мою швабру. О, подожди-ка. Ура, решение найдено. Теперь можно перевернуть страницу. Ха-ха-ха! Теперь давай создадим отличный финал этой истории. Во-первых, поместим сюда нашего красивого котенка. Мяу! Вот, пожалуйста, все готово для вкусного обеда. А для меня место найдется? Я бы тоже хотела остаться. Тогда закажи себе гостевой визит. Ребята, давайте взглянем на то, что у нас получилось. Mommy, mommy.
Заведите себе милого бездомного котенка. Вот он, мисс, только ваш. Сэмми, смотри, первый претендент. Пусть они встретятся. Ах, он такой милый, я хочу его забрать. Пожалуйста, можно мне его забрать? Ах, я устал, так утомительно помогать с усыновлением. Ха, а я хочу найти хороших хозяев нескольким бездомным собакам. Ты в деле? Ты сказал собакам? О, я в деле. Ребята, вам понравилась наша книга о котенке? Тогда скорее ставьте лайк, скоро увидимся. Ха-ха, пока-пока.